Ой, день сегодня монотонный, тянется долго из-за этого затмения солнечного. Уже, кстати, выкладывают, видимо, была уже прямая трансляция, записи выкладывают видео, как луна становится такая между нами, солнцем, знаете, здесь такой раз и потемнело, и только ореол же вокруг горит. Красота. Гореть лицо перестало, значит, все благополучно, я так думаю. Я еще, кстати, сегодня утром проснулась и охрипший голос осипший. Вот. Хотела сегодня сеять капусту в парник. Вы как, уже посеяли? Расскажите, а? Напишите, кто уже посеял позднюю. Я вот это вот боюсь еще. И решила я, вот, блин, уже плету, уже не знаю, сколько я его плету. Вчера, позавчера, по-моему, тоже я его начала. И вот это так долго получается, эта возня с огородами. Но цветовая гамма, сейчас подождите вам, покажу вам цветовую гамму. Это ж надо просто видеть, какая здесь красота вырисовывается. Вы видите, какие цвета? Что-то не знаю, мне напрашивается ассоциация с мальвами. Вот вы знаете, мальвочки такие на клумбах, да, наши эти. Только вот сколько мне еще времени его делать, я не знаю. Решила, значит, сегодня я и капусту забила, не стала сеять. Думаю, надо его что ли доделывать как-то. А уже завтра будет капуста. Напишите, кто капусту сеял. Пора уже, не пора, парник? Что делать еще? Или рано еще? В записях посмотрела, в прошлом году я сеяла 18 апреля. Сегодня 8. Не знаю.